Тесное сотрудничество. В Махачкале открылся первый торговый дом Ирана в Дагестане. Здесь предприниматели региона смогут ознакомиться с продукцией, производимой в соседней Исламской Республике. В нем представлены иранские компании и заводы пищевой, химической и промышленной отрасли. Торговый дом Ирана в Дагестане занимает более 5000 квадратных метров. Здесь расположены торговые площади, 35 офисов и 47 складских зон. Также здесь оказываются юридические, маркетинговые и логистические услуги. Они хотят быть представлены на российском рынке. У них есть очень хорошего качества продукты питания, стройматериалы, фармацевтика. Торжественная церемония открытия прошла в выставочном зале. В ней участвовали представители регионального агентства по предпринимательству и инвестициям и Международной ассоциации исламского бизнеса, а также предприниматели из Дагестана и Ирана. Товарооборот между нашими странами был на высоком уровне. И то, что сейчас вот происходит сегодня, именно вот открытие такого торгового дома, я думаю, это только всем только плюс. Станет скоро вопрос об открытии здесь иранских производственных предприятий. Конечно же, мы рассматриваем всерьез вопросы настройки логистических схем новых.